Ведущая, похоже, напрасно проделала процедуры в специализированной клинике. Анфиса Чехова предстала перед фанатами в купальнике, приобретенном в спортивном магазине. Певица сделала снимок во время гидромассажа под названием «Душ Шарко». Он укрепляет кровеносные сосуды и подтягивает кожу. В клинике Чехова прошла ряд процедур, включая чистку кишечника и печени. Судя по всему, это не помогло ей избавиться от лишнего веса. В специализированном заведении Чехову посадили на винную диету. Ее отправили в сауну и поили глинтвейном с медом, после чего заставили заниматься дыхательной гимнастикой и скандинавской ходьбой. Артистка исправно выполняла все рекомендации диетологов, но, видимо, не смогла избавиться от лишних килограммов. Сама же Чехова говорит, что после регулярного посещения клиники у нее улучшилось здоровье. Возможно, ей удалось укрепить иммунитет, но, вероятно, на фигуре это не отразилось. Поклонники в соцсетях тоже отметили неэффективность подобных процедур в случае с Анфисой Чеховой.